Занавес открывается под музыку французского композитора Лео де Либо. На сцене площадь средневекового немецкого города. Здесь и кукольный мастер Капелиус со своими марионетками, и влюбленный в одну из них Франц. Всего в спектакле задействованы более 40 человек. Главные партии в знаменитой комедии сыграли супруги Аскаровы. Это первая Капелия на их творческом пути. Я исполнял сегодня партию со своей супругой. Нам репетиции очень легко давались, так как мы уже чувствуем друг друга, уже притерлись друг к другу. У нас уже как бы свой балетный язык появился, что мы можем уже с полуслов друг друга понимаем. Отличительная черта Капелии – обилие пантомимных сцен. Артисты признаются, что такая особенность вызвала у них восторг, и они с удовольствием готовились к премьере. По моему ощущению, это мой спектакль, потому что именно Сванильда – тот персонаж, который я в жизни сама. Я сама в жизни такая же игривая, такая же с характером. Вот. И мне как бы в этом плане очень легко удалось этот спектакль. Благодаря стараниям отечественных специалистов, новая постановка балета приобрела яркие краски, соединив в себе классическую и неоклассическую хореографию. Значительную роль в возвращении на казахстанскую сцену легендарного спектакля сыграл и народный художник России Вячеслав Окунев. Он выступил автором сценографии и художником по костюмам. В последнее время мы посмотрели, проанализировали свой репертуар, посмотрели, что очень мало спектаклей, куда бы, кроме взрослых, могли бы прийти и дети. Это, ну, «Один щелкунчик», «Спящая красавица» и так далее. И вот мы решили, что «Капелия» – это спектакль для семейного просмотра. Ну, я думаю, что и взрослым он будет интересен, потому что в нем есть гротеск, есть юмор, есть легкость какая, есть красочность. Он достаточно веселый. Балет новой постановки вызвал искреннюю симпатию даже у самого искушенного зрителя. После завершения спектакля восхищенные возгласы публики не прекращались минут 10, а шквал аплодисментов еще дольше. Очень хорошее впечатление, очень интересная история. Впервые увидела этот балет в нашем театре и очень горжусь нашим балетом, нашими актерами, костюмами, музыкой. В общем, все прекрасно. Отличная премьера. Мы в восторге от танцев балеруна, главного героя, и, естественно, балерины Аскаровой. Ну, шикарно! Мы получили большое-большое наслаждение. Уже со следующего сезона репертуар «Гатоп» имени Абая пополнится очередным шедевром мирового классического наследия. Капелия будет представлена на постоянной основе. Ернур Душанов, Дидар Исаев, телеканал «Алматы».